Те, кто раньше сомневался в своем решении, сегодня, вдохновившись примером коллег, пришел на вакцинацию. В коридорах коллектив одного из супермаркетов Ульяновска. Через этих людей каждый день проходит большой поток покупателей. А значит, сделать прививку – возможность обезопасить не только себя, но и окружающих. Собственно, я услышал уже мнение сотрудников в коридоре. С охотой идут делать именно к нам, нежели чем, к примеру, в поликлинику, переживать то, что там есть больные и все остальное. Поэтому и дальше продолжим это делать. То есть также будем приглашать. Возможно, расширим количество торговых точек, если у нас будет такая возможность. На выбор две вакцины – и пивак «Корона», и спутник «Ви». Какой именно привиться, зависит от самого пациента. Здесь особую роль играют особенности анамнеза и личные предпочтения. Главное перед процедурой – исключить контакт с инфицированными людьми, а также подождать, если имеются заболевания в острой фазе обострения. Предварительно выбрали, мы с директором переговорили, кто какую вакцину желает, и мы привезли то, что желают сотрудники. Пивак, она чуть-чуть полегче, чем спутник, но спутник, говорят, что она защита подольше. После прививки важно 3 дня не мочить вакцинируемую область, чтобы достичь максимального эффекта. Сегодня от одной торговой сети продуктовых магазинов привилось больше 80 сотрудников. Выездные бригады работали на 2 точках. Одна в Засвияжском районе, вторая в Новом городе. Александра Никитина, Артем Куранов. Управда ТВ.